Всем привет, большая просьба. Получается так, что мне приходит комментарий на видео, которое размещено очень давно. Человек без контекста, не введя в курс дела, на какое мое утверждение он пишет комментарий, он задает какой-то вопрос или какую-то реплику. А я, извините меня, я не помню всех видео вот так вот посекундно, что я там говорю. Поэтому, если вы хотите получить внятный ответ, то напишите хотя бы предысторию. Более развернутый вопрос задайте, тогда, конечно, я отвечу. Братин, опять пересматривать все видео, у меня нет времени на это все. Поэтому, пожалуйста, для лучшей коммуникации нас с вами, задавайте более развернутый вопрос. Пока.